Вы запустили ракету в космос. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы с вами продолжаем играть в плот. Загружаем наш мир. Мы все еще с вами не до конца не разобрали тот остров. Не разобрались, что там происходит и что нам нужно там найти. Но мы знаем, что нам нужно найти в промежутке. И это детали для зиплайна. Мне вот интересно, как пригодится потом зиплайн в дальнейшей игре. Просто пока что кажется, что сейчас он нужен всего лишь для этого острова. Но не будем судить поспешно. Давайте попьем поспешно. Хлюп. Кстати, сейчас глубокая ночь, давайте глубокое утро настанет. Глубокое утро, наступай. Все, я готов. Че понял, оказывается, когда ты спишь, фактически время не проходит. Потому что, видите, вода все еще не сделалась. Я абсолютно не проголодался и не захотел пить. А, вот, все готово. Ну что, продолжаем наше путешествие по острову. Уф, блин, вспомнить бы, куда нам. Здесь я 100 пудов не допрыгну, просто упаду, сдохну. Не нужно. Вон ящик. Сейчас к нему и подберемся. Попутно проверяя, что мы с вами упустили. Здесь, кажется, ничего. Как нам попасть, кстати, к ящику? Так, стоп. Надо повыше забраться, понять, разобраться. Да ладно, только с помощью зиплайна можно попасть. Ладно, гоу вниз. Вот, смотрите, записка. Журнал о силе воли Детта. Мы сварили водоросли. Санджи их даже попробовал. Какой смелый. На вкус как соленый картон, но голод они на время утолили. А потом они полезли назад, и это было вообще не здорово. Ни чуточки. Папа сказал, что мы своим шумом распугали всех свиней. Потом пришла мама. Было похоже, будто она плакала. Но потом Санджи перданул. И она хохотала, как сумасшедшая. Доктор Хенрик сказал, что опасности нет, но все же поинтересовался, ели мы мясо или нет. Мы сказали, что не ели. Он вроде успокоился. Доктор Хенрик выглядел очень уставшим, и у его хижины была очень большая очередь. Когда мы пришли домой, папа Санджи сказал, что я плохо на него влияю, и утащил его к себе. Они думают, что положили конец моим экспериментам. Наука не спит, как и Детто. Молодец, Детто. Наука не должна спать. Только наука и спасет нас от погибели гибельной. Что у нас тут? Хорош. Меня расстраивает этот нижний ярус, тут ничего нету. Ничего, за что можно было бы сюда спускаться. Ну, кроме записки. Записка, да, она дает атмосферу немного. Но оно сейчас нам и не особо надо, эти атмосферы. Смотрите, а что там? Кажется, мы пришли куда надо. Кажется... Покажи. Хрень. Я так надеялся, что будут здесь детали. Давай, прыжок. Оп. Материал, всего лишь металлолом. Ничего более. Получается, этот отсек мы вычеркиваем. Тут ничего нету. Требуется один взрывчатый порошок. Это что-то, что мы только здесь и сможем найти. Вон туда надо пойти. Я ведь смогу туда добраться. Нету никаких препятствий. Прыгаем. Смотрите. Заначка. Гоу на остров. По-любому здесь что-то будет. Не зря же такое маленькое место на отшибе. Вот рессы. Хорошо. Вот сюда можно. Тут что-то было. Ящик с кучей барахла. Кстати, о барахле. Надо избавиться от чего-нибудь. Давайте дожрем рыбу. Съедим картошку. Много она не даст, но место освободит. Тоже хорошо. Так, теперь готовая свекла. Съедим. Готовая свекла. Съедим. Рецепт. В жопу рецепт. Давай, запрыгивай. Ах ты, тварь. Тут же специально вот эта штучка стоит, чтобы я запрыгнул. Да, есть. Ты издеваешься, игра? Что? Что за на... Тут нет нифига. Нахрен я сюда залез. И здесь просто... ресурсы. Ладно, давайте исключать. Вот мы можем на среднюю башню попасть вот отсюда. И потом только сюда можем. Потому что все, больше никаких нету мостиков, только зиплайн. В таком случае, кстати, вот здесь есть ямка, которую можно будет раскопать. Вдруг там нужный мне предмет. Ну, в общем, сейчас давайте попробуем еще раз исследовать эту часть. И ее только. Ух ты, смотрите, на крыше этого трейлера это бенгальские огоньки стоят или ароматические палочки. Дом посреди волн. Просто какой-то столб с объявлениями. А, нет, темнеет, надо пойти поспать. Мама, мама! Нахрен, чуть не упал. Точнее, я упал, но чуть не упал больно. О, вот сейчас ножками задел. Камни, блин, пипец. Давайте скрафтим лопату. На всякий случай, я думаю, надо будет сходить, попробовать порыть эти ямки. И медь найденную давайте закоптим. И что ж, давайте ложиться спать. Желаю спокойной ночи, номер один. Муа, номер один. Спокойной ночи. И спим. Погодка дерьмовенькая настала. Но это меня мало беспокоит. Давайте заценим, что здесь. Пожалуйста. Квестовый предмет. Грязь и гвоздь. Вот, мы снова здесь. И тут уже все пооткрывали, посмотрели. Но что-то... Что-то наверняка было упущено. Mm-hmm.
Я уже прошелся. Вы видите, я снова в этой части, которую я самый первый исследовал. И я не могу понять, что мне искать надо. Погодьте-ка. У нас же есть рецепт пустой бутылки. Но нам не хватает, чтобы изучить кислородный баллон. Кислородный баллон нужно изучить, чтобы нырнуть туда вниз. Все, пустая бутылка у нас есть? Конечно, бери. Научить, научить. Вот оно. Вот оно. Смотрите, значит, надо замутить пустую бутылку, которая... Пока мы не можем сделать. Это тут у нас пластик и сок. Ой, сейчас окажется, что у нас ресурсов даже не хватает. Будет очень обидно. Итак, бутылка и веревки. Кислородный баллон сделан. Теперь ласты. Водоросли. Я все водоросли переплавил. У меня теперь нету возможности сделать ласты. Давай, Евгений, пришла пора понырять. А вот и водоросли. Ладно, повезло, что не пришлось долго искать их. Это что, все, одна всего лишь? Это что, просто муляж? Для красоты? А, нет, вот еще одна и еще нужно. А ведь не будет, да, сейчас нигде? Тварина. Нет, здесь есть. Я всегда так поспешно ругаю игру, но я нетерпеливый, что поделать. Все, запоминаем. Не все водоросли нужно переплавлять. Что-то надо и оставлять. Какого? Какого дьявола? Я слышал. Где? Мразь? Блин, где она? Ах ты. Там, чтоб я не видел, да, прям? На еще. Дополнительно, за счет фирмы. Ну и давайте попробуем-ка блюдо, которое у нас есть. Вот этот. Какое изысканное. Говна прибавило. Вообще ни о чем. Окей, ладно, сейчас не об этом. Сейчас самое важное это ласты. Сок лианы и пластик. Готово. Что ж, все готово. Можно приступать. Наконец-таки есть подвижки, а то что-то я подзастрял. Из-за того, что тут так много всех этих трейлеров, непонятно, искал ты тут или не искал. Одеваем на себя все это. Ну давай, Евгений, ныряй. Что это за огромный бочонок с медом? Не сказал бы, что кислород прям супер долго не расходуется. Оу, воу, воу, воу. У нас уже половина осталась. Ладно, я уже здесь. Тварь. Она меня специально запутала, да? Так, наверх. Там еще глубже надо. Все, я понял, тут постепенно нужно искать путь. Нельзя сразу идти. Нельзя идти вдоль этого провода и все. На него полагаться глупо. Как там мой баллон? В порядке. Че, попробуем? Давайте. Что-то все равно медленно плыву. Пожалуйста, скажите мне, что это финал. Да, 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 да. Все, все взяли. Теперь наверх срочно подохнем. Даже поверхности не видно. Вот какая-то рябь появилась. Я потихонечку вздыхаю. Медленно и уверенно вздыхаю. Давай, Евгений, чуть-чуть осталось. Нормально все. Больше испугался. Че мы взяли, кстати? Чертеж, металлоискатель. Так, это что-то важное. Деталь для зиплайна... следующий мы найдем с помощью металлоискателя. Каким образом там эта фигня оказалась? Я что-то не понимаю. Опа, смотрите, ящичек. Поднять. Так, ну что ты хочешь? Ну подохнуть, да? Ну хорошо, сейчас сделаем. Сейчас все будет. Тупая рыбина. За тебя я опять дохнуть начинаю. Сейчас я спущусь к ней. Эти крики подводные, боже мой. О, все, вынырнул. Окей, смотрите, металлоискатель мы можем теперь научиться. И он фигню стоит. Металлоискатель готов. Смотрите, и что, вот так вот это делается? Слышите? О, это прикольно. Ты что, хочешь, чтобы я на горку по... Как я туда полезу? Что ты от меня хочешь, игра? Как я должен туда попасть? Мне надо к свиньям. Окей. Но зиплайна-то у меня нету. Кстати, вот, что вспомнил. Я хотел посмотреть, могу ли я крафтить порошок, который взрывчатый, который порох. Вот, смотрите, взрывчатый порошок, есть такой ингредиент. Взрывчатый порошок, который... Взрывчатый порошок, я не понимаю, как делать. Может быть, взрывчатый клей? Его можно высушить в плавильне. Ну, конечно. Еще я не читаю описание. Сушись, печь, сушись. И у нас готов взрывчатый порошок. Теперь нам нужно его изучить. Изучили. Вот что я сюда пришел. Попробовать применить взрывчатый порошок. О, блин! Мы запустили ракету в космос! А, не очень удачно. Так, а что это такое там? На маленьком парашютике что-то летит. Ага, вот для чего нам этот остров. Он сейчас сюда приземлится. И тут... Это что такое? Теперь вы можете изучать фейерверк. А это деталь для зиплайна! Ну, наконец-то! Теперь нам нужно в центральную башню. Но сначала давайте посмотрим, как работает сачок. Лови, жук! Я поймал жука? А, я поймал. Как я люблю, когда вот ты
тупишь, а потом внезапно хоп, озарение, и ты целую кучу прогресса наблюдаешь. Тик-тик-тик-тик-где? Здесь! Зиплайн! Теперь вы можете изучать его. А, мы только можем изучить. Стоп, блок для зиплайна, но это оно и есть, а, и еще и сам зиплайн. Хорошо, еще до хрена всего. Давай, прыгай! Ой, пожалуйста, только не сдохнуть. Стоп! Давайте-ка сохраним мир. Научиться. Майор Том. Не лучшая сторона, но и не худший. А нахрен нам сдался майор Том? А! Очень круто, майор Том. Ты должен здесь быть. Должен быть при мне. Почему нельзя его посадить на стол? Возле штурвала, короче, будешь стоять. Ну-ка, пчелиную банку-то можно изучить? Во! Улей можно сделать. Прекрасно. Хорошо, вот блок для зиплайна. На деле. Как мы выглядим при этом? Как мишка с веревкой, которая, наверное, хочет просто тупо повеситься. Скорее всего. Теперь же сам зиплайн. Кататься по нему одно удовольствие. Изготовить. Он ведь тоже, да, расходует? Нет, он бесконечный. Кстати, не задачка. У нас к этому времени уже закончилась вся еда, пока мы тут ходим. Занимаемся ерундой какой-то. Грибы жрать-то можно? Я не знаю. Вообще ничего не осталось из еды. Как, блин, неожиданно. Я буду сажать... ананас. Вот туда. Пресная вода, поливаем. Так, номер один. Ты, конечно, здесь вообще бестолку стоишь. Давай мы тебя уберем. Все, пора избавляться от трупов. Ты переезжаешь, номер один. Теперь ты стоишь там, где положено. Охраняй ценой своей жизни. Окей, все, пошли. Да, вот сюда. Поехать по зиплайну. У-ху-ху! О, круто! А почему назад? Я думал, реверсивный зиплайн у нас. Нет, все окей. Смотрите, это мэрия. И шляпа мэра. О, да. Это мэр. Это я. Все, в городе новый мэр. Теперь это я. Использовать третью деталь для зарядного устройства. Теперь вы можете изучать зарядное устройство. Я так понимаю, можно батареи будет заряжать этим. Нужен ключ от сундука мэра. Это мы потом найдем. Я вообще рассчитывал на еду. А вон заначка. Давай, поехали. Все-таки здесь физика работает. Ладно. А, ну зато можно вот здесь просто съехать, да, и все. Окей, быстро еду. Я иду, дайте еду. Отлично, готовый окорочок. И отсюда мы... Куда мы можем попасть? А, мы можем обратно попасть. Оп, оп. И к заначке. Тихо. Омлет с грибами. Что-то есть захотел. Вот наше устройство-металлоискатель. Нам показывало на этот остров. В таком случае сюда нужно. Так, прилипаем к зиплайну. И тихо. Осторожней. Это специально сделали, да, чтобы я упал случайно? А, мутантские свиньи. Что-то мне подсказывает, что это враги. Они на свободе, да, эти твари? Все на свободе. Тихо. Нет. Падай, тварь. Придется ее тупо убить, да? Стой, аккуратней. Она не может забраться сюда. Да. Этот выступ ей не по силам. Стой, хватит. О, по силам. Все, сдохло. Кожа и металлическая стрела. Где-то здесь. Уже возле дерева. Знаете, что я думаю? Давайте запыряем их всех. Вот так. Аккуратней. Да что так? Ладно. Ударил разок, ничего, ударил второй, потерпим. Фу, все поздно. Стоп, прыгаем. Есть. Давайте найдем что-нибудь пожрать. Так, что это? Целебная мазь. Это что-то новенькая целебная мазь, надо будет изучить ее. Мне бы не помешало еще съедобную мазь найти. Знаете, помазал животик и все, есть не хочешь. А почему я не могу подобрать целебные мази? Тварина. Стоп, а это другая целебная мазь. Их тут два вида. Ключ от сундука мэра. Прекрасно. И записка. Я уже 3 дня безвылазно сижу в своей лачуге. Чувствую себя отвратительно. Не думаю, что я способен работать с пациентами в таком состоянии. И люди это понимают. Я попросил их оставить меня здесь. Должно быть, это сальмонелла. Эти свиньи здесь водятся, скорее всего, с прошлого столетия. О санитарии и речи не шло, а мы не стали осторожничать. Несколько месяцев только их мясо и ели. Мне нравилось его есть, а потом я заметил, что заболели мясники. Мне удалось привезти достаточно антибиотиков для первых заболевших, но надолго их не хватило. Мост, который ведет на другие острова, скоро оборвут, остальные готовятся уплывать. Да и какая разница, караван не город, а груда камней да металлолома. Построят новый.
доктор Хенрик Шоль. Я, блин, очень надеюсь, что мой урожай, я вижу, как номер один стоит мертвый. Покойся с миром, номер один. И мои ананасы. Я о них больше переживаю, если честно. Ох, давайте изучать. Можно? Нельзя. А, это ничего нельзя изучать. Что делать? Стоп, есть идея. Давайте закинем удочку. Сырая сельдь сгодится. Ой, блин, все, голод. Как неожиданно Евгений оказался на грани смерти. Ресурсы казались такими безграничными. Че я поймал? Утка из Scrap Mechanic. Я помню эту игру. Но ей это несъедобно. Ладно, все, все окей. Сейчас наловим кучу рыбы. Кстати, я только сейчас понял, что у меня штурвал стоит прямо на лестнице. О, Евгений, как всегда, очень удобственно все сделал. Давайте его переместим. Вот. И, не знаю, давайте пусть утка стоит здесь. Радует глаз. Вот этот лосось будет очень вкусный. Оу, готово. Но мне мало. Больше. Пока мы ждем, давайте займемся менеджментом. Я построил новый ящик и теперь хочу все барахло разгрести. У нас тут куча рецептов и куча сачков. Мне нужно отделить инструменты от неинструментов. Так, ну вот, чуть-чуть разгрузили. Теперь у нас дофигища жратвы. Я предлагаю убрать удочку и отправиться снова на тот остров. Сейчас грохнем этих свиней. Хоп! Ты заслуживаешь смерти, потому что ты больная. Все правильно. Раз больная, надо утилизировать. Надо устранить инфекцию. Вот ты вся в бородавках, мерзкая. А вот откуда бородавочник слово появилось? Теперь я понял. Собрано. Пчелы пойманы. Металлоискатель, давай. Ты где-то вот тут что-то должен показывать. Ну-ка, мы здесь. Прямо вот тут копать? О, слушайте, это прям как будто Sea of Thieves. Что это я сейчас возьму? Куча дерьма. Что-то полезное взял? Нет. Продолжаем искать? Где-то тут. Ага, вот под этим деревом, по-любому. Так. Есть. Вот она. Поднять. Титановая руда. Титановая руда? А, да, мы еще нашли ключ от сундука мэра. Но ведь это я мэр. Значит, это мой сундук. И его содержимое тоже. Ведь у меня ключ еще добавок. Давай, гоу. Скорее всего, там нас ждет новые координаты. Ты где, сундук? Вот он. Ящик. В нем хлам. Записка. Тангароа. 2495. Отлично! Неужели мы разобрались с этим островом? Он меня порядком уже достал. И мы... Кажется, прям подчистую его, да? Все осмотрели. Что ж, ну кто у нас тут батька? Весь остров залутал. Мэр прыгать собирается. Вперед, мэр. Не бойся, мэр. Немножко больно. Это могло закончиться очень плохо. Срочно изучать. Да, значит, этого нельзя изучать. Окей. В целом нам нужен титановый слиток. Его мы можем изучить. Погодите, у нас там еще есть яйцо, которое мы почему-то не стали изучать. А это надо бы сделать. Яйцо изучить. Теперь мы можем делать целебную мазь и... И целебную мазь. А зачем две целебные мази? Не знаю, видимо, одна супер целебная мазь. А другая так, дерьмо-мазь. Больше мразь. Титановый слиток готов. Можно изучать. Итак, мы теперь можем делать зарядное устройство, наконец-таки. Смотрите, какая рыбка. У нее такое довольное лицо. Она лежит, греется. Да, Евгений, я греюсь на бочку. А теперь я внезапно почернел и стал очень вкусно пахнуть. Блин, сожрал бы сейчас рыбу. Дайте рыбу, блин. Вот настолько я вкусно готовлю, что даже сама еда хочет себя съесть. Что ж, открываем координаты. 2, 4, 9, 5. Вбиваем их. 2, 4, 9. 5. Ту сторону 2000 метров. Вот туда. Разворачиваем парус. Так волнительно. Снимаемся с якоря. Мы плывем. Давайте развернем нас. И вот сюда. Но было бы еще прикольно, если бы... Я хочу посмотреть, как работает мотор. Давайте чуть-чуть развернем. Чуть-чуть вот так вот парус повернем. Стоп, нет, не так. Надо нас развернуть. Теперь я бы запустился. Давай колесо. Активировать мотор. Хреново как-то. Что-то со скрипом. Почему? Что-то мешает, я не понимаю. Система ненадежная, понимаете? Я как-то не вижу какого-то прикола в этом. Словно ничего не происходит. Блин, ну может оно реально не происходит. Возможно, вот этот фундамент мешает. Вот, сломали. Лучше стало? Ну, давай, крутись, тварина. Что-то оно не крутится. Какой ублюдский механизм. Так, в другую сторону. И в эту сторону все одинаково. Стоп, давайте выключим мотор. Все, все. Передохни, передохни. Потому что от тебя вообще никакого толка нет. Ну-ка. Хм,
Что за говно? Это вот только у меня так работает он, или это у всех так? Может быть, убрать парус? Нет, это ничего не работает. Ублюдский мотор! Вот что мы скрафтили. Окей, ладно, неважно. Главное, что он крутится. Механизм работает. В целом, он должен крутиться и крутится. Качество, конечно, оставляет желать лучшего, но... Что? Я умываю руки. Я не механик. Не инженер. Я всего лишь чувак, выживающий на плоту. Но разберемся с этим в следующей серии. Я очень надеюсь, что вам понравился этот видос. Если этот видос превышает, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте во все мои соцсети и на мой сайт с комиксами заходите. Все ссылки будут в описании. С вами был Юджин и всем 5!